Дагестан с визитом посетил заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак. В рамках поездки он провел рабочую встречу с главой региона. Стороны обсудили развитие электросетевого комплекса и изменения в ТЭК республики. Кроме того, Грабчак провел заседание Федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. На нем говорили о повышении платежной дисциплины потребителей электросетевого хозяйства, ликвидации бездоговорного потребления электроэнергии и консолидации объектов электросетевого хозяйства. Также замглавы Минэнерго в ходе рабочей поездки осмотрел ряд энергообъектов региона. Это несколько крупных подстанций. В завершении своего визита в республику Евгений Грабчак провел совещание по реализации программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан.